И хочу, чтобы наш город был не хуже, а гораздо лучше, чем европейские города. Таких, как Ольга Ракитина, несколько десятков. Они стали участниками конкурса, объявленного еще в начале декабря. Главное требование – фасады зданий должны быть яркими и красивыми. А вот как нарядить свое владение, каждый выбирал сам. В ход шло все от обычных елочных шаров до сложных и замысловатых иллюминаций. Боже мой! Здрасте. Вот это царство! Горожане, особенно жители частного сектора, с каждым годом все охотнее участвуют в подобных конкурсах. И их не смущает, что новогоднее оформление требует определенных затрат. Потому что праздничное настроение важнее, и окружающий мир от этого становится чуточку лучше.